кировском наследии Горного Улуса началась укладка магистрального газопровода Асыма-Бердегистях протяженностью 26 километров. Для реализации этой государственной программы правительство Якутии выделило более 500 миллионов рублей. На сегодняшний день практически завершилась работа по подготовке просеки и доставке материалов для укладки трубопровода. Символично, что эта работа совпала с 10-летним юбилеем газификации Горного Улуса, жители которого с нетерпением ждут долгожданного пламени с голубым оттенком. Давление здесь рассчитано на 55 килограмм сил на сантиметр квадратный, но будет немного поменьше. Ну, давление идет, газ идет с Кызылсыра, да, и давление постепенно снижается. Здесь, ну, будет в районе там 40-45 килограмм. А это достаточно, да? Это достаточно, да. В следующем году газ уже подойдет селу Бердегистях, и мы начнем газификацию села. Для нас это очень важная часть, из-за того, что в будущем, я думаю, что будет перевод и техники, в том числе сельскохозяйственной техники, что значительно снизит расходы по продукции нашей сельского хозяйства. Это тоже значительная работа, которую мы должны проводить.